Добрый день, друзья, вот все подписчики канала, Агроземледелия. Друзья, у нас сегодня весь день ветер, дождь. И в поле не поехали, занимались маслопрессом. Сварил бункер. Нарезал на фильере вот такие канавки для схода масла. Ну и сейчас хочу попробовать. Вот чисто семечки провеял. Хочу попробовать масло, какое будет. Семечко абсолютно чистое. Но потом я вам включусь, покажу. А сейчас запустим, да. Вчера, которое давили масло, видите, да, отстоялось. Ну, так как там семена амброзии очень много. На вкус попробовал, друзья, но оно, честно сказать, никакое. И сейчас хочу, вот взял баночку, вот эту, сейчас буду давить масло. Да, еще что хочу, друзья. Вот ведро, вчера давили макуху в ней. Я думал, там масло будет на дне валом. А на дне вообще ничего нету. Сухая, то есть выжимает отлично маслопресс. Все, ну сейчас посмотрим, как сейчас будет. Так, ну настроился я. Поставил бункер. Сейчас вот маслечко идет. Макуха тепленькая. Градусов 50, не больше. И то даже нету, наверное. Ну, в общем, семечко вот. Есть он мусор. Ну, это веял на ветру в перерывах между дождями. Посмотрим, соберем масло с нее. Посмотрим, сколько соберем, как соберем. Ну, в общем, все, друзья, покажем. В процессе буду включаться, потому что это, наверное, долгий процесс. Так, друзья, вот это вот ведро, как засыпал, до сих пор я его кручу. Вот, мусорок есть тут такой небольшой. Семечко очень медленно уходит. Ну, а масло, тем не менее, хорошо давится. Вот сколько мы жмыха всего надавили, да? Вот, чуть-чуть тепленький, ну, может, 35 максимум градусов. А вот масло. Бутылку он надавил, покуда разогрел вот так. Вот, мешок. Там ведро как высыпал, так и все. По времени долго, конечно. Ну, а я никуда не спешу. Главное, что масло идет. И довольно-таки нормально идет. Отстоится. Это уже будем пробовать. Отстоится, профильтруем. Нормально. То есть вчера он больше грелся, сегодня он практически не греется. Ну все, как закончим. Вот, мне интересно, сколько с ведра выйдет масло. Но будет заканчиваться, я вам покажу, друзья. Смотрите, друзья, вообще вибрации ноль. Пар идет и все. Вообще обалденно, все угадали, все отцентровали. Так, по времени не знаю, сколько прошло. Но масло идет,
Макуха идет. Нормально все. Завтра вот сегодня ручки приварили. Завтра покрасим его. Бункер покрасим. Придадим ему вид нового маслопресса. Конструкция все-таки серьезная. На 4 ведра семечки бункер. Все мы забацаем. Все по фэншую будет. Ну, мне нравится, что вибрации нету, друзья, гляньте. Вообще обалдеть. Пар только идет и все. И руку ложишь. Вообще ничего нету. А масло идет. Так, друзья, почти баночка готова. И семечки как раз в ведро. То есть 2 литра масла, почти 2. Там может 100 грамм не хватит. Ведра семечки. Я буду засыпать еще. Так, ну вот по времени получается. Ведро. Вернее, вот эта баночка, здесь 1,5 ведра, ну, чуть меньше. Ровно час. Короче, 1,5 ведра за час. С ведра выход 2 литра. С ведра семечки 2 литра масла выход. Ну, это понятно, оно еще отстоится. Ну, в общем, как-то так. У нас остался последнее ведро семечки. Сейчас мы меняем, засыпаем. Ну и концовочку я вам покажу. Заканчиваем давить семечку. Что-то чернота пошла такая, что непонятно. Пустим немножко. Короче, выход получается ведра 2 литра. Вот двухлитровая банка. Прям вообще чернота, не пойму ничего. Ладненько. Производительность узнали. Ну, это еще от семечки зависит. Какая маслянистость у нее. В общем, на этом прекращаем видео. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Рады всему. Всем пока, друзья.